Мы сейчас идем из аэропорта, получается, терминал Д. Из терминала Д мы повернули направо, право, право, через переход отеля Редисона. Мы сейчас вот такой путь, это самый короткий путь получается. В гостинице Holiday Inn. Да, через Holiday Inn. Вот сейчас мы сейчас полностью путь покажем. Только мы сейчас без чемодана ходим. Сейчас мы выйдем через холл гостиницы Редисон. По прямой попадем в гостиницу Holiday. И также обратно с чемоданами, также тут уже покажем вам. Вот мы попали в холл Редисона. Нам сейчас, надо вниз. Мы сейчас через него выйдем. Сейчас через него, получается, выйдем. Тут есть лифт. Пошли лифт. Сядем в лифт, спустимся, потому что нам же с чемоданами тоже на лифте будем подниматься. Здесь. Все, нам сейчас надо вниз. Это на первый, да? Еще раз, наверх. Не, нам надо, а потом вниз. Давай, пошли. Мужчина. А мы здесь вниз спустимся на первый этаж? А, вон же, вон, пошли вниз. Нам чемоданы на потом. Поехали на лифте. Там карточка нужна. Ребята, можете помочь? Я карточку в доме поднять. Мне жена скажет. До второго может без карточки подниматься. Тут уже как бы без чемодана можешь подниматься по этой лестнице. А чемоданы не тяжелые. Тяжелый, если есть возможность через лифт. Пойдем. Заходи. Да я иду. Так, все, сейчас выходим через холл. Я думаю, нам на второй этаж можно подняться. Да все. А вы же второго, нужна уже карточка. Где наша гостиница? Туда нам. Направо. А, ну вот. Все. Вот это самый кратчайший путь до нашей гостиницы. Через отель Редисон. Через отель Редисон. Зашли, спустились вниз, на первый этаж выход, завернули направо. И не надо никакие терминалы, и тащиться черт знает как. Да. Вот. 5 минут, и ты в отеле. Почему они могут нормально написать и объяснить, непонятно. Ну, ребяточки, надеюсь, эта информация будет вам полезна. Потому что, вот если честно, мы намаялись, блин. Намаялись. Столько снимают, говорят, а почему нет этой информации? Она очень нужна нам, эта информация. Так, вот он, Аэроэкспресс. Ну, я думаю, нам придется сейчас еще с чемоданами идти и опять снимать все это дело. Не пойдем, мы ничего не будем снимать. Все. Вот мы сняли и хватит. Вон она, наша гостиница. Там уже пешком 5 минут, даже меньше.